Мои разведчики донесли, что ты нашел щит. Это так? Да, вот он. О, Амшигар, ты же не знаешь. Это щит не просто магический предмет. Это щит моего деда, короля Пакселиса. Деда? Так ты... Алия, дочь короля Ланшера и королевы Флоренс. Принцесса Аркса к твоим услугам. Но почему ты скрываешься? И как ты можешь жить среди тех, кто похитил тебя и убил твою мать? Эти люди — моя охрана, мои защитники. Тайный орден священного кинжала, основанный самим королем Пакселисом. Их единственная задача — беречь королевскую кровь. И, конечно, они не убивали мать. Они нашли меня рядом с ее телом, сразу после моего рождения. До сих пор неизвестно, кто убил ее. Но почему ты прячешься ото всех? До моего рождения священный кинжал узнал, что женщины-змеи из ордена Эдерней желают моей смерти, но не выяснил, почему. Они инсценировали похищение, чтобы сберечь наследницу королевства. Они увезли бы меня из Аркса при помощи гильдии путешественников. Но у Эдерней, кажется, всюду есть глаза и уши. А твой отец знает? Нет, конечно. Он даже не знает, что я жива. Для него священный кинжал — просто шайка мятежников и разбойников. И пусть так остается и впредь, для его же безопасности. Обещай, что ни словом не обмолвишься ему. Я сдержу свое слово и велю страже пропустить тебя в подземелье Крагос. Используй ее во благо, друг мой. Эти женщины-змеи привели в ярость большую часть ордена. Добрый день. Не вздумай прикоснуться к Алии хоть пальцем. Не вздумай прикоснуться к Алии хоть пальцем. Мы здесь, чтобы защищать Алию. Я слежу за тобой, без шуточек. Здесь, чтобы защищать Алию. Кажется, я повредил инструменты. Hmm.
Я слежу за тобой, без шуточек. Добрый день. Мы здесь, чтобы защищать Алью. Посмотри в сундука. Взгляни на мои превосходные товары.
Ты можешь что-нибудь сообщить мне о ритуале? Я уже сообщил все, что знал. Как новенькая. Как новенькая. Как новенькая. Сделаю это позже. Как новенькая. Как новенькая. Отыщи Крагус и Закарх. Вам куда? Тогда ты справишься, смятей. Что и говорить, алхимик.
Что и говорить, алхимик. Хватит. На этих полках собрана чистейшая мудрость. Ну что ж, ребята, встаем. Пора сменить товарищ. Ну и выдрыхся же я. Кто подрых, а кто и нет. Храпишь, как свинья. Кто храпит? Я храплю. Да я в жизни своей не храпел. И еще как храпишь. Ладно, хватит тут. Пошли. Знаю я, кто тут храпит. Тот, кто слишком любит обвинять других. Ну и наглец. Как же я устал. Сейчас я помирюсь. Это невозможно. Кажется, я повредил инструменты. Ага.
заперто. Что и говорить, алхимик. Да прибудут с тобой. Загляни в сундуки и выбери товар по вкусу. Скажет Карла, если намекнуть ему, что пора помочь.